One of the leading Russian universities known as the Moscow State Institute of International Relations is operating BRICS Youth Project Laboratory, which is more than just a scientific conference. Youngsters are in brainstorms, workshops and their project stiffens in front of the expert community. Абсолютно студенческое мероприятие от начала до конца. Идея, концепция, проект, его реализация, приглашение экспертов, проведение мероприятий полностью осуществляется силами студентов. According to the BRICS laboratory rules, students from Big Five universities choose the country they will represent at the forum and together with the team develop a project on one of the topics. Мы будем работать по нескольким трекам. Это трек образования, трек здравоохранения, науки, технологий, информационной безопасности. Это треки, которые, безусловно, сегодня очень актуальны для взаимодействия пятерки и для попыток молодежи выдвинуть свои собственные инициативы их развития. Певека Чинмей Кришна is a fifth year medical student in Tambov University. He represents India on the forum. Я буду работать с проектом по теме эпидемии. У нас перед глазами яркий пример. Ведь уже второй год весь мир, не только Индия, борется с пандемией. Я думаю о том, как можно предотвратить эпидемию в будущем и как быстро на нее среагировать, если все же подобное повторится. И как не допустить гибели большого количества людей. Вся моя семья – врачи, я и сам выбрал эту профессию. Поэтому тема спасения жизней для меня очень личная. Я не могу видеть своих пациентов, страдающих от боли. Это причиняет боль и мне. Кто, если не врач, должен помочь нуждающемуся? The forum plenary session participants spoke a lot about the role students will have to play in the future of five states. The meeting was attended by the Director of Relations with State and Public Organizations of National BRICS Research Committee, Valeria Gorbacheva, and TV BRICS International Network CEO, Zahana Tolstikova. The main topic of the meeting is the countries of five in an era of change. Эпоху перемен, сложно недооценить роль средств массовой информации в формировании, в продвижении имиджа страны, имиджа проекта и в целом в укреплении авторитета той или иной страны, будь то страна БРИКС или любая другая, в международном информационном пространстве. Людмила Секашев, the president of BRICS Word of Tradition Regional Public Organization, has announced the BRIC Youth Union at the meeting, which may fully start operating already in 2022. Это такая единодействующая площадка такого притяжения молодежи, которая будет вырабатывать общую такую стратегию взаимодействия, ну как все союзы. И общая база будет всех молодежных структур. То есть это будет такой оперативный, постоянно действующий орган, который поможет молодежи реализовать свои многосторонние проекты. The organizers believe that the BRICS Lab is exactly the format that will able to teach the youth of the Big Five countries to work together.